Семена артишока султан, можно посеять в марте в рассадный ящик, и к осени уже собирать урожай. В пищу употребляют мясистые донышки свежих молодых корзинок соцветий, которые еще не успели раскрыться. Их также можно использовать в вареном и консервированном виде. Артишок поистине огородный лекарь. Полезны все части этого растения. Оно способствует выведению токсинов из организма, очищению печени. При низкой калорийности содержит много витаминов и необходимых микроэлементов. Выглядит артишок на приусадебном участке очень декоративно. Это высокое растение с крупными колючими пересторассеченными листьями, цветет голубым. На каждом кусте 5-7 соцветий весом до 90 граммов. Схема посадки 70 на 70 сантиметров. Артишок султан – это однолетнее растение. Артишок прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания артишоки прекрасно устроит тилип ЦА и открытый грунт. Цветок окрашен в голубой цвет. Лист этого прекрасного растения по форме пересторассеченный. Артишок султан имеет среднеспелый срок созревания. Плоды артишока созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 70-90 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.